вчера, люди, растянитесь и на ту сторону. Так, приехали мочить укропа. Сейчас. Машина подъезжает на позицию. Сейчас бойцы будут выкладывать миномет. Бойцы готовят позицию для миномета. Там готовится вторая позиция, потом посмотрим. Вот он, красавец, полюбуйтесь. Там дальше. Саня, ты по центру пошел. Я просто встал наполовину ног. Так, КамАЗ отходит. Заряды достаются. Вообще не надо ничего. Это последний. Давай, так, позиция практически готова. Вот он, красавец. Присаживайтесь, прячьтесь, смотрите. Так, это Моторола, наш легендарный командир, разведка произведена. Это Воха, бьет абрикос. Так, это Воха, которому все по барабану, но боевые лучшие. Время для того, чтобы отведать ранних абрикос. Воха у нас молодец, конечно, буду. Сейчас я полностью в кадр возьму. И абрикоски крупным планом покажем. Фух. Ой. Что такое, Гена, устал? Да поднимался наверх в этой херне, больше не буду ее надевать. Вот какие абрикосы. Воха, улыбнись. Пусть первый на тебя посмотрит, какой ты довольный на боевых. Абрикоски? Давай. Вкусно. Моторола, куда дюжим? Наш снайпер Гдик. Прикрытие минометчиков. Так. Вон и Моторола. Который почему-то хорошо. Кто-то у нас тут притаился. Это что-то? Посмотрите, вам знакомо это лицо. Это наш георгиевский кавалер. Он тоже прикрывает минометчиков. Сейчас фотографирую. Ай, красавцы. Так, сходим к Мотороле. Так. У меня все нормально. Я тебе скажу так. Братан, так я же и говорил, ну приходи туда, я думал, он туда придет. Так, слушаем. Секрет. Начинаем. Так, я тогда побежал туда, смотрите, как работают минометчики. На себя чехол одевай, если шо ездишь. Очень старые! Минус 5. Работают минометчики. Выставляй, Ниже, слушай. Очень старые, слушай команду. 200 вправо, минус 500. По 3 огонь. Давай. Мы готовы. Да. Давай, пошел. Давай,
Ты давай что-то делай, что не будет. Я не могу там идти. Мы же уже 500 дали, я ж не... А, молодцы. Давайте еще. Сейчас. Так. Это позиция. Так, ребята, работает. Ох, как бабашит. Положил ухо. Давай, опусти. Фаря, братик, надо ящички нам помочь. Поможешь? Это подальше их туда хуя. Все, я понял, понял. Давай, давай. Бросай, иди туда. Давайте, ребята. Вести вправо, минус 300, вы тоже. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. По 5 огонь, 82. Смотрим. Огонь. Да. Аппарат. Без поправок. Без поправок. Плюс 200. Сука. Опять говорю. Подожди, это не нам. Это не нам. Мы хуяли пока. Поехали. Смотрим. Так. Вот это да. Давай! Мина! Так. Пошли дальше! Осторожно! Еще одна! Еще одну давай! Отходи оттуда вон на! Мина! Да! Бля. Ребята, кто-то еще? Давай, еще блядь. Сюда, на плиту. Давай, вот там надо, вот там. Там бери. Бери. Давай, я нашел. Вот и старый. По 5 огонь. Давай, давай. Или еще давай, давай. Можно еще? Уходим, уходим. Уходим! Уходим, КамАЗ! КамАЗ! Раздираем! Сужай! Дерево, блядь! Так. Грузимся. Давай, так, после стрельбы быстро уходим. Не, я понял. Вернулись с задания. Разбор полетов. Ебашили за гору и под гору. А потом, когда увидели, что машины едут, ебать, они начали ближе 120-ками ложить в нашу сторону. Пока вот эти дрочеры, блядь, искали. Их поздравили, спокойно.
Что ты делаешь? Не гляни, денег не будет. За бинокль, да? Давай, Плохо вас отвезет. Хорошо. Вот здесь. Надо же завершить уже. Все. Задание выполнено. Слава Господу Христу.